Только за последние сутки в Крыму произошло 5 пожаров. Сотрудники МЧС республики успешно ликвидировали их последствия, не допустив жертв. В поселке Молодежное Симферопольского района загорелся балкон на 3-м этаже многоквартирного дома. От огня частично пострадали личные вещи жильцов и само помещение. Люди самостоятельно эвакуировались из подъезда еще до приезда сотрудников МЧС, благодаря чему обошлось без жертв. В медицинской помощи никто не нуждался. В тушении пожара участвовало 2 отделения пожарно-спасательной службы. Пожарно-спасательные подразделения в составе звеньев газодымозащитной службы обследовали квартиры на наличие людей. Жертв и пострадавших нет. И буквально в 20 часов 24 минуты пожар был ликвидирован на площади 6 квадратных метров. Похожее происшествие случилось в Евпатории тем же днем. Пожарным поступило сообщение о возгорании на 3-м этаже многоквартирного дома. В огне сгорела часть личных вещей и бытовой техники. Пострадавших также нет. МЧС республики напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Подробнее с ними можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.